Брест и вся страна отметили День пограничника. Для города над Бугом этот праздник особенный вдвойне. Границы Бреста и границы государства совпадают. А прославленная Брестская краснознаменная пограничная группа неустанно стоит на страже рубежей Отечества. В этот день на улицах областного центра много людей в цветах пограничной службы. А размах торжеств подчеркивает, их службу ценят. Роман Аншиц продолжит. Торжества по случаю Дня пограничника в областном центре – это всегда особенное и волнующее событие. В этом году пограничные войска отмечают 106-ю годовщину со дня создания, а Брестская краснознаменная пограничная группа – 80-летие. По этому поводу – подарок городу. Стилизованный фонарь на Советской. Глубоко символична надпись, которая читается на самом фонаре, а именно «С границы начинается держава». Традиционно пограничник – это первый человек, которого встречают гости, которые въезжают в наш пограничный город. И тем более символично, что именно этот фонарь первым открывает аллею фонарей на улице Советской, которая является своеобразным символом нашего города. На открытии не только действующие пограничники, но и ветераны службы. Для них идея увековечить на главной туристической улице города свою службу и ее важность дорогого стоит. Быть пограничником – это не просто носить зеленую фуражку, это состояние души пограничника. Естественно, гордость всегда была, есть и будет, что служил в пограничных войсках. Ну а сегодняшнее мероприятие очень приятное тем, что именно в день пограничника и именно еще появится в городе Бресте один дополнительный символ о том, что город Брест не просто город, а город пограничный. Как подчеркнул глава города Сергей Лободинский, для Бреста граница – это особенная ответственность, отраженная в истории и судьбах поколений. Родина начинается здесь, в любимом Бресте. И стражи, наши пограничники, всегда стоят во главе на защите интересов Республики Беларусь и нашего города. Поэтому и было принято решение поддержать инициативу и выставить на улице Советской, где идет отсчет зажжения фонарей, именно пограничный столб, для того, чтобы в первую очередь показать преемственность и уважение пограничным войскам. Право открыть обновленный фонарь предоставлено руководству города и начальнику Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского. Брестский фонарщик не остался в стороне и символично зажег обновленный фонарь, что будет напоминать жителям и гостям города о службе на границе. Торжества продолжились на площади Ленина. С напутствием и поздравлениями к военнослужащим обратился архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Защита Родины, служба в армии – это почетный долг каждого мужчины, хотя служат и девушки. Поэтому, конечно, пограничники – особый род войск. Перед строем сослуживцев начальник Брестской краснознаменной пограничной группы имени Феликса Дзержинского вручил награды и погоны тем, кто стоит на страже мира и безопасности, тем, за чьими плечами страна и ее покой. Прапорщику Васькелю Михаилу Ивановичу. Быть пограничником пришло с самого детства, когда у меня родные все служили в органах пограничной службы, от срочной службы до офицерского состава. То есть мне, как говорится, уже судьбой было предрешено, что нужно, как говорится, долг родине отдавать в офицерских погонах. Долго стремился к этому и думаю, в дальнейшем буду все идти все вперед, 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 не подвести свой народ и не посрамить, как говорится, знамя воинской части 2187. После торжественной части пограничники отправились к монументу «Стражам границ». У монумента «Стражам границ» руководство пограничной группы и приглашенные гости возложили цветы к подножию скульптурной композиции. Начальник Брестской пограничной группы зачитал перед собравшимися поздравления от президента Беларуси Александра Лукашенко. Все те, кто трепетно хранит у сердца зеленую фуражку, зеленый берет, зеленый погон, примите искренние и сердечные поздравления
по случаю 106-й годовщины образования пограничного ведомства Республики Беларусь. Мы особо славим героев Великой Отечественной войны, бережно храним память о стойкости и мужестве пограничников, первыми вставших на пути врага и отдавших свои жизни за наше светлое будущее. И так должно быть всегда. Свято хранить традиции предков, память об их подвиге и самоотверженной службе – долг нынешних пограничников. И в свой профессиональный праздник они остаются на посту, сохраняя нерушимость наших границ. Роман Аншес, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».